Байкальская природа, горы. Июнь месяц, но вчера еще здесь было очень холодно, всего лишь плюс 3. Поэтому большая вероятность того, что сегодня искупаться, конечно же, не удастся. Но насладиться красотами Байкала, конечно, удается. Солнечная, прелестная погода, чистая вода. Да, вот смотрите, байкальские воды. И горы, которые окружают озеро Байкал. 2 июня 2021 года.